Стройка под окнами нового микрорайона на Салмышской возникла недавно. В считанные дни строители поставили и залили бетоном столбы. На площадке появилась техника, бульдозеры, КАМАЗы. Такому соседству жители не рады. У нас здесь солнечная сторона, свет именно только вот в дневное время. Если здесь будет высотка, извините, я не хочу соседу смотреть в окно. Видите, да, что у нас очень много детей. Это сейчас будет бесконечный шум. Бесконечная стройка будет и днем, и ночью, это однозначно. Во-вторых, мы считаем, что как бы должен поддерживаться архитектурный, да, план. Беспокоит жителей вопрос скопления автомобилей. Если месяц назад на этом пустыре и во дворах парковалось более 80 машин, то когда появится еще одна многоэтажка, их количество вырастет в разы. Строители срубили деревья, перегородили тротуар, где каждый день ходят школьники. Люди рассказывают, по генплану здесь должен появиться спортивный объект и парк. Но в департаменте градостроительства эту информацию не подтверждают. Его специалисты утверждают, возводимый дом завершит жилищную застройку нового квартала. Решение принималось в середине 2000-х годов. У меня информации нет по центру дзюдо или какому-то другому спортивному сооружению. Но ввиду того, что, еще раз повторюсь, генпланом он был предусмотрен под строительство жилого дома. Территория строительной площадки никогда не повторяет контуры будущего объекта. Территория строительной площадки намного больше, ввиду того, что необходимо соблюдать требования техники безопасности и так далее. Все нормы соблюдаются, это еще раз подтверждено положительным заключением экспертизы проектной документации. В департаменте градостроительства уверяют, что в этом квартале планом предусмотрены и новые парковочные места, и детская площадка. Однако жильцы домов по улице Салмышской 58/1 и 58/2 сомневаются в правомерности возведения высотки. Люди не собираются ждать заселения многоэтажки и в ближайшее время планируют получить ответы на свои вопросы от заказчика, прокуратуры и администрации Оренбурга. Анна Солодкина, Диляра Абусева, Виктор Яковлев и Владислав Горбунов. Новости дня.